Слышно, да? Встала твоего бедра. На место, да? Да, видишь? А ты говоришь, жесткие техники. Вот можно и помягче сделать, видишь? Да. Через год, давай, давай. Меня зовут Саяна, я обратилась к Олегу с проблемой в пояснице, то есть в крестце. На спорте потянула спину, и в итоге лордоз вот этот исчез, да, красивый изгиб, и спина стала прям вот прямая, как доска. Вот обратилась ко мне пациентка, у нее изначально был очень красивый лордоз, хороший прогиб. Но после занятий со штангой, да, ты вот такие вот делала упражнения, что-то тут хрустнуло, хряснуло, треснуло. Крестце, да? И теперь слишком прямая спина. Видите, слишком прямая, что ее, естественно, огорчает. Ты мне прислала видеоролик, да, ты там чуть ли не страдаешь от этого, да, то, что изменилась осанка. Сейчас мы будем исправлять. Вообще мне легче вот так даже. Да, ходить? Да, я себя заставляю. Как медведь такой, да, переваливается. Ой. Ну, вообще боль есть, стреляет? Чуть-чуть стреляет, да, когда как-то вот так. Что-то. Да, давайте проверим сначала мышцы, потому что они спереди и сзади друг против друга являются антагонистами. Поэтому какие-то могут быть просто перетянуты спереди. Ложись на спину. Так. Я не могу вот так полностью расслабить. Сейчас не расслаблена? Нет, не полностью расслаблена. Держись за кровать. Ногу держим вот так вот на весу. Держи, я давлю, ты сопротивляйся. Сопротивляйся еще больше. Сопротивляйся еще. Ага, нормально. Так, вот эту теперь держим ногу, сопротивляемся. Сильнее, давай. Это слабее, да? Вот тут что-то тянет, да? Так, ну давай вот эту мышцу тебе немножко расслабим. Вниз. Так, не больно? Нет, не больно. Вот тут больно? Особенно с этой ногой. Вот вообще не больно, видишь? Да. А здесь у меня все натянуто. Ага, натянуто. Вот чувствуешь, да? Да. Так вот немножко проработаем. Хрящ вот этот, да? Да, хрящ. Через боль. Просто цепи. Сама даже ногой так работает. Вверх поднимаем, коленку опускаем. Вверх опускаем, давай сама. Ага. Поднимаем, опускаем. Опускаем. А еще раз. Сюда. Теперь смотри, вот в такой позе ногу выпрямляй и сгибай. Ага. Давай выпрямляем, сгибаем. Выпрямляй. Сгибай. Через боль, давай. Сгибай. Ой, ручка тянет в пояснице. Поясница болит, как будто легче стало. Так, поясница как? Нормально. Здесь не болит? Нет. Кладем ладошку вот сюда. Бок, это прямую. Тоже слабее. Ой, мамочка! Все вкусно. Ну, нормально, живая же. Да. Так, проверяем, есть боль? Нет. Меньше, да, стало? Да, меньше. Так, теперь проверяем вот так ногу, держим. Значит, как мы поднимаем? 45 градусов вперед, 45 градусов в сторону, 45 градусов ротации так в сторону. Держи на весу. Я давлю, ты сопротивляйся. Ну, да, легче стало, да? Легче, да? Раз. На месте. Длина ног. Ой, слушайте, а вот сейчас я расслабилась. Держи, да? Да. Сейчас мы тебе подкрутим подвертие, но все само стабилизируется, мышцы нужно, какие нужно включиться, какие не нужно выключиться. Ага. Все переворачивается? Да, переворачивается. Ой, мамочка, подожди. Сопротивление, да, сгибай. Да еще. Ой, мамочка. Больно, да? Здесь? Нет, там боль нет. Здесь нету. Больно именно вот в самом крестце, да? Внутри, да. Все, опускай ногу, опускай. Сильнее. Дави. Еще дави. Дави. Ага. Так. Все, опускай. Так, вот тут болит? Тут нет. Здесь? Нет.
Нет, да? Грушевидная мышца? Нет, да? Средняя ягодичная? Вот, вот эти боковые, чуть-чуть затянуты, да? Как будто вот эти боковые. Так, вот тут есть боль? Нет. Здесь? Нет, да? Сначала мы тестируем суставы и тестируем мышцы. Здесь есть боль? Ну, тянущая такая. Может, живот до вас пупок ничего не дает? А-а. Нету, нету? У-у. Нету, да? Так, ну давай проработаем твой крестец. Угу. Да. Сначала согреем. Так, тепло пошло? Да. И, соответственно, вытаскиваем. О, да, больно. Ой! Вот и копчик твой. Охрустело, да? Да, сейчас подальше чуть-чуть видно. Так, ну немножко потерпи. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Надо пощупать, все пойдет. Ой! Ой! Ого! Ого! Ой! 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 Даже вот такие спокойные легкие покачивания, они расслабляют мышцы, поясницы, квадратную, косую мышцу. И мы продолжаем чуть выше. Ой! Еще было. Вкусно, да? Да. О! О! Вот все прохрустели. О, Господи! О, офигенно! Офигенно! Все будет офигенно! Все ништяк! Нет, еще не совсем все. Тебе надо передохнуть сейчас и лечь. Да, да. Ну, можешь высказать свое мнение тем, кто нас смотрит. О, ну офигенно, тут все прохрустело. Да, почти. Посмотри, как это болит, не болит, покрутись там. Так, ну ложись теперь. Держи, держи. О, о, видишь, как еще. Ой. Еще раз, тут еще. Просто держусь, да. Так, вот пятку к себе. Хорошо. На вдохе. Вдох. Давайте. О, о, хрустнуло, да? Встало твое бедро. На место, да? Да, 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 видишь. А ты говоришь, жесткие техники. Вот нужно и помягче сделать, видишь? Да. Если ты сопротивляться не будешь, будет все хорошо, мягко и тепло. Так, расслабили еще. Держи, держи, держи. Расслабились. И сейчас я чуть-чуть усилим как бы приемчик. Более мощным сделаем его за две ноги. Не готова еще? Ай, не готова я. Морально, да? Да. Так, ну давайте немножко раскачаем, успокоим твою нервную систему. Успокоим твою бдительность. Бдительность тоже, да. Ой, Господи, сейчас подождите, пожалуйста. Как я обычно приговариваю, ой, если Олег вас не загнет, то жизнь вас потом так загнет, так скрутит. Смотри. Вот от копчика до атланта, да, у нас единая система вся, да? Да. Если где-то искажение где-то внизу, да, то оно компенсаторно обязательно повернется вверху. Угу. И также и наоборот, если вверху что-то ушло, допустим, вправо, угу, то оно и здесь повернется влево. Угу. Поэтому надо позвоночник делать весь от и до за один, угу, сеанс, понимаешь? Угу. Готовы теперь расслабиться? А как вы будете делать? Могу с этой стороны, могу с той стороны как делать. Ой, уже хрустнуло. Уже, да, но это мало. О. Главное правильно выставить угли. Угу. Ты помнишь, да, мы изучали 45-45? Да. Ну, вот так вот расслабиться. Вот на скуле она лежит, и легонечко мы расслабляемся. Так, чтобы она шевелилась. О. Вот я кошечку уже могу делать. О, уже прогиб. Сама, хороший, да, прогиб уже есть. Вот цепь, не сгибайся. Да. Прямо, да? О, видишь, прогиб? Да, да, да. Ой, не надо, не надо, не давите, пожалуйста. Пока что. Пока проверяй. Пока, да. Все отлично. Прогиб появился, да? Появился. То, что женщину украшает,
Вот так мы. Я даже чувствую, что уже, да, появился. Я на него опираюсь, ну, даже. Шикарно, да? Вот ты так еще таз назад можешь подарить. Живот вперед, таз назад еще. Так. Так удобно? Ну, так, да. Да. Ну а давай проверим, как ты сидишь, например. Ну, уже могу с прямой осанкой сидеть. Нормально, да, идет? Да. Не все бывает прямо на 100% с первого раза, да? Но, по крайней мере, результат заметен сразу. Вот так мы девушек делаем красивыми, стройными, скульптурирующий массаж есть, когда выравниваются еще и ноги, да, спереди, сзади, ягодички приподнимаются. Грудь тоже приподнимается, все поднимаем. Так вы мне в прошлый раз плечи выпрямили, вы помните? У меня плечи были, да, вот так вот осунутые. Мне... А, выпрямились, да? Да, и у меня, вы знаете, как красивая осанка, да, теперь? Плечи вот раз и распрямились. Да. А сейчас вот поясница пришла, получается. Все, спасибо. Красота. Улыбнемся. Меня зовут Саяна, я обратилась к Олегу с проблемой в пояснице, то есть в крестце, на спорте потянула спину, и в итоге лордоз вот этот исчез, да, красивый изгиб, и спина стала прям вот прямая, как доска. Я прям вообще, конечно, расстроилась, плакала. И вот сейчас пришла на прием, и мне все поставили на место. Где-то, конечно, было больно, прохрустели позвонки все, побили. Да, это ударный же, как это называется? Разъединили позвонки, и это все очень помогло. Я очень благодарна Олегу. Олег, можно вас еще раз обнять? Спасибо большое. Олег еще мой преподаватель, он меня обучал мягким мануальным техникам, но мне нужны были прям немножко жесткие техники. Вот.